Телекомпания «Актис» получила специальный приз телевизионного конкурса «Федерация», который проходил в Москве. Премия создана для поддержки и продвижения региональных телекомпаний. В первую очередь жюри конкурса отметило проекты, которые рассказывают об уникальных особенностях российских городов. В основном это небольшие документальные фильмы и промо-ролики. Награду в номинации «Истории города Энска» телекомпания «Актис» получила за фильм, посвященный 65-летию Ангарска «Лучший город на Земле». Особенность конкурса в том, что в нем участвуют проекты, которых никогда не увидишь на федеральных каналах. Это фильмы, которые рассказывают о жизни обычных россиян, а не гламурных жителей мегаполисов. Мы очень рады, что так высоко оценили нашу работу. За ней стоит большой вклад всей редакции и технического персонала. Наш фильм рассказывает о праздновании юбилея Ангарска, в который были вовлечены почти все жители города. Всего на конкурс было представлено более 200 заявок из 50 регионов страны.